Привет, друзья! Меня зовут Саша Демьяненко, это мой кулинарный канал Cooking Time. Делать сегодня будем очень простой, но очень вкусный десерт с яблоками, с персиками. Ароматными, вкусными, в общем, хватаем лето за хвост, наслаждаясь его дарами. Следите за руками, поехали! Я буду выпекать в квадратной алюминиевой форме, прокладываю ее бумагой для выпечки, маслом не смазываю. Можно выпекать в виде пирога, также в алюминиевой, в разъемной, можно в керамической, в ней же подавать. В общем, форму берите любую, можно даже на противень. Сразу разогреваем духовку до 190 градусов. Из персиков удаляем косточку. Также я их очищаю от кожицы, чтобы начинка получилась нежнее. И нарезаю совсем такими небольшими кубиками. Сразу складываю в чашу для смешивания. Добавляю лимонный сок и хорошо перемешиваю. Из яблок удаляем сердцевину. Также очищаю их от кожицы и также мелко нарезаю. Нарезаю сразу, отправляю к персикам, перемешиваю. Там лимонный сок, он позволит яблокам не потемнеть. К фруктам добавляю немного ванильного экстракта, совсем чуть-чуть корицы. Добавляю туда немного кукурузного крахмала. И по вкусу можно добавить сахар. Если у вас недостаточно сладкие персики, яблоки, можно использовать сахарозаменитель. Можно обойтись вообще без сахара. Вы там попробуйте свою начинку, когда все перемешаете, и посмотрите, надо или не надо. Все хорошо перемешиваем и отставляем пока в сторону. Готовим тесто. Охлажденное масло нарезаем мелким кубиком и пока убираем в холодильник. Просеиваем муку, добавляем к ней разрыхлитель, немного соли и сахар. Также можно использовать сахарозаменитель. Хорошо все перемешиваем, добавляем кусочки охлажденного сливочного масла и быстро пальчиками перетираем все в равномерную крошку. Можно масло заморозить и натереть туда в муку на терке, так многие делают. Можно вообще это тесто приготовить с помощью кухонного процессора. В общем, делайте так, как привыкли и так, как вам проще. Получив такую рассыпчатую равномерную крошку, добавляем цедру лимона, берем только самую верхнюю желтую часть, чтобы ничего не горчило. И туда же добавляем яйцо, предварительно его перемешав вилкой или венчиком. И достаточно быстро все собираем руками, ну не в один такой плотный однородный шар, а в такие крупные, уже не крошки, но комки. Половину теста выкладываем на дно формы и пальчиками распределяем в такой корж. Достаточно плотный, равномерный, без дырок. Фруктовую начинку из персиков и яблок еще раз хорошо перемешиваем и выкладываем сверху, также равномерно распределяя. А совсем сверху посыпаем оставшейся крошкой. Тоже равномерно ее по площади формы распределяем. Немного, буквально чуть-чуть, слегонца пальчиками утрамбовываем. И все. Отправляем в духовку, уже разогретую до 190 градусов. Выпекаться все это будет минут 40-45. Следите, чтобы подрумянилось, но ни в коем случае не сгорело. Достаем из духовки и наслаждаемся сумасшедшими ароматами. И вот тут самое сложное – дождаться, пока подостынет, потому что именно в подостывшем виде будет проще нарезать, подавать, ну, особенно если вы решите нарезать на квадратики. Для этого дожидаемся остывания, извлекаем из формы и нарезаем на квадратики нужные величины. Можно совсем маленькие, можно такого среднего размера. Такие получаются печенье-пирожные. Как я уже сказал, можно выпекать в виде пирога и подавать в форме, нарезать традиционными для пирога вот такими треугольными кусочками. Как всегда, к таким пирогам идеально подойдут взбитые сливки, мороженое, ванильное, пломбир. Здесь уже тоже можете экспериментировать, но мне и так очень вкусно. Пахнет очень вкусно. И вот это вот едва уловимая, я бы даже сказал, нотка корицы в аромате, она предвещает наступление праздников осени, в общем, такого прекрасного времени года. И в то же время здесь очень много летних ароматов, персики запеченные, это очень вкусно. В общем, у меня повышается слюноотделение, нужно срочно отправлять кусочек куда следует. Я, видите, прям руками, без вилки, потому что вот квадратиками именно так удобно. Сверху хрустящая крошка с нотками лимона, а внутри очень нежная персиково-яблочная начинка. Очень-очень деликатная. Очень-очень вкусная.
с легкой кислинкой. По сладости идеально. И да. Ну, вы поняли. Срочно всем надо. Список всех ингредиентов со всеми количествами вы, как всегда, можете найти вот там, в описании под видео. Там же под видео я жду ваши лайки, чтобы на канале быстрее появился следующий видеорецепт. Обязательно пишите комментарии, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте. Приходите на влоговый канал, там мы тоже готовим, едим, каждый день встречаемся, весело и позитивно проводим время. Я много там рассказываю про дом, про его обустройство. В общем, добро пожаловать, ссылочку на влоговый канал также найдете там внизу. Всем желаю отличного летнего еще, прекрасного, теплого, позитивного настроения, в общем, всего самого вкусного, хорошего и доброго. С вами был Саша, Cooking Time, пока-пока.